Доброго времени суток. Хотела посмотреть с вами такой расклад, почему трудно забыть бывшего. Но с самого начала хочу сказать, что намерена сделать акцию с 4 по 9 сентября, приуроченную к своему дню рождения. Акция 1500 рублей за 4 вопроса. Так что пользуйтесь, кому надо. Итак, давайте посмотрим, почему трудно забыть бывшего. Что из себя представлял, да? Что из себя представлял человек? Давайте посмотрим на него. Загадайте, пусть придет. Мы хоть поймем, глазком глянем, что за чувак. Итак, что представлял? Так, он нам показывает, что сейчас вы на расстоянии. Причем оба такие... отвернутые друг от друга, ничего. Сейчас общения нет. Общения нет, вы на расстоянии. Это мы поняли уже, потому что про бывшего. Покажите нам, что из себя представлял человек. Любитель комфорта, любитель своих правил. Да, здесь вышел иерофант. Свои правила, свои законы. Пытается жить правильно, но только в своем понимании, понимаете? Никогда не делал ничего больше, нежели хотел. Даже если и хотел что-то сделать больше, никогда бы не стал. Любит комфорт, любитель комфорта и изобилия. Что транслировал вам? Так и транслировал, в принципе, рыцарь чаш. Что транслировать? Любитель комфорта, любитель любви, любитель легких отношений. Скорее всего, наверное, так и было. Транслировал. Также девочки мне показывают, что заранее вам говорил, что ничего у вас не быть не может. Ничего. Поэтому и случилось то, что случилось, да, все ушло в прошлое. Что говорил? Давайте посмотрим, что он вам говорил. Кукловод, да. Говорил много, делал мало, хотел больше. Девочки, паж мечей. Вот этим все и сказано, понимаете? И точка на раскладе. Что мог сказать человек, который паж мечей, который может только думать. Он много думал, он очень много мыслил. Он вообще любит только мыслить, а чтобы действие производил кто-то другой. Очень хотел, чтобы было больше, чем было. Вот так абстрактно, понимаете? И вроде бы ясно, да. Что он вам говорил? Да, он не говорил, он больше делал. Дьявол здесь выпал. Обостренные чувства. Дьявол. Человек всегда остро реагирует на все. Очень быстро и режуще принимает решение. Сказал, отрезал. Причем в знак минус, не в плюс. Очень много переживает внутри себя. Он вообще сам по себе, да, само вот ощущение, чувство изливается на всех. Очень любит принимать эмоции. Ну и, естественно, девочки, очень любит секс. Секс и деньги. Дьявол. Очень харизматичный. Может привязывать, да, ну, просто взглядом, даже действием. Даже если просто погладит, как-то возьмет за руку, все, пиши пропало, девочки. Даже говорить не надо было, да. Что делал в отношениях с вами, да, что делал? Пытался баланс держать. Словами держал баланс, девочки. Помогу, да, манипулировал, вот могу как сказать вами. Хотел, чтобы всегда было в его пользу.
и ушел. Вот что сделал он хорошо, это ушел из ваших отношений, да, легкой походкой вышел из чата. Красиво ушел, да. Чем вас зацепил? Давайте посмотрим, чем зацепил. Даже зацепить-то нечем. Тем, что показывал якобы силу. Тем, что ничего не делал, девочки. Жадный был, скупой. Очень острый, еще раз повторяю, на слово. Вот язык, да, его враг. Очень много говорил. Очень много обижал. Чем зацепил, девочки, не вижу. Видимо, какой-то своеобразной, что ли, легкостью. И типа как силу он показывал. Каких-то возможностей, которые будут когда-то. Потому что все-таки дурак, да, карта, это, знаете, такое своеобразное обнуление, что когда-то будет лучше, что когда-то будет по-другому, что пойдем в новое, может быть, да, показывал некую вот такую вот силу в будущем. Но на момент, когда вы были с ним, ничего не было абсолютно, ничего. Эгоизм, проявление себя постоянно, для себя. Все вообще только для себя, девочки. Чем зацепил, я даже не знаю. Давайте все-таки посмотрим, чем, да, трудно. Почем, говорю? Почему трудно забыть бывшего? У вас с ним было очень много ожиданий. У вас вообще очень много было взаимодействий с ним, даже, можно сказать, в каких-то рабочих моментах. Либо ему, вы ему в чем-то помогали, в каких-то его рабочих моментах. Могли что-то советовать, он мог спрашивать совет. Ну и как можно забыть, да, мужчину, который обликом, да, это король жезлов. Представляете, сама харизма, дьявол плюс еще, да, то есть сексуальный, горячий мужчина, который, может быть, вам еще и по чашам дал чувство вашего превосходства, понимаете, над всеми. Ведь язык, да, его, это было все, да, в прямом, в переносном смысле слова. То есть здесь человек много говорил и хорошо мог управляться своим телом, своими органами. Вот это вас и зацепило. Больше я ничего не увидела, девочки. Он ничего не делал и ничего не говорил. То, что было бы правдой, да, и то, что было бы вхоже в жизнь, да, в дело, то есть ничего, девочки. Но у вас к нему было очень, у вас с ним, не к нему, было очень много ожиданий, очень много надежд на будущее. Вы думали, что это ваша возможность для построения вашего какого-то мира. Все-таки туз дисков, представляете, туз пентаклей, это, ну, возможности на все, девочки, на всю материалку, да, может быть, он вам был, давал такие надежды. Язык заплетается, уже много раскладов сделала, прошу прощения, вот. Но почему трудно забыть, больше ничего не увидела. Давайте посмотрим, проявится ли человек. Нет, девочки, не проявится. Здесь король мечей, так и будет он хранить, да, свою вот эту вот гордую осанку и молчание. Да, здесь человек выстраивает стены, причем острые. Проявление он не готов. Он пошел, да, потихонечку к своей мечте дальше. С вами, да, была коммуникация. И на этом все. Всегда была двойственность. Да, он никогда не давал точно вам понятия, что он будет с вами. А почему трудно забыть, девочки? Ну, потому что это дьявол. Дьявол. Разве можно забыть такого дьявольски искусительного мужчину? Да, они всегда яркие, яркие.